периферийных районах города и в частном секторе проходят более 700 ивановских дорог. Как правило, именно они находятся в самом худшем состоянии. В прошлом году впервые у горадминистрации дошли руки и до частного сектора. Асфальтной крошкой были посыпаны около 150 улиц. Эту практику решено было продолжить и в 2013 году. Мы, учитывая опыт прошлого года, уже делаем профилирование сначала самой дороги, после этого идет просыпка асфальта бетонной крошки и производится через его укатка через соответствующую технику. Старый, отслуживший свое асфальт, который снимают с городских улиц в процессе их реконструкции, теперь обретает вторую жизнь на таких дорогах в частном секторе. Жильцы 19-й линии долго мучились с подъездными путями к своим домам. Из-за отсутствия крупной объездной дороги вокруг города большинство грузовиков срезали путь здесь и раскатали грунтовку до поистине ужасного состояния. Эта дорога была, в плохом состоянии, Но в таком состоянии у нас очень многие дороги в нашем микрорайоне. И поэтому то, что вот наконец-то городские власти обратили внимание на наш микрорайон, мы этому очень рады и довольны, что все-таки будем жить в лучших условиях, чем жили раньше. Объем работ в частном секторе достаточно большой, так что выполнить одновременно ремонт всех таких улиц просто невозможно. Однако в 2013 году планируется привести в надлежащее состояние более 160 таких дорог. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.